Если бы люди уже научились подолгу жить в космосе, комета Лавджоя наверняка пользовалась бы у землян особой популярностью. Ученые обнаружили на ней молекулы этилового спирта и сахара. Эти вещества никогда раньше не находили на кометах. Сближение небесного тела с Землей позволило изучить содержащиеся на его поверхности органические молекулы. Ученые полагают, что когда миллиарды лет назад кометы сталкивались с нашей планетой, эти молекулы могли попасть на Землю. Количество спирта на комете поистине впечатляет. Каждую секунду она выделяет в космос столько же алкоголя, сколько содержится в 500 бутылках вина. Алка-астероид быстро полюбился пользователям Твиттера. Обнаружить на комете спирт или сахар — это для нас большое достижение. Их уже находили в межзвездной среде, но не в составе кометы. Это значимое открытие. На кометах больше воды, чем на других космических телах, поэтому, скорее всего, именно они занесли ее на Землю. Предполагается, что кометы могли подарить Земле и другие органические вещества, особенно те, из которых зародилась жизнь и появились новые, более сложные соединения.